Доброе утро, как обычно, о валюте в это время, 17 апреля 2018 года. Доллар в банке принимает 25.90, продают 26.20. Евро принимает 32 ровно, продают 32.50. На тротуаре Полтавы доллар принимает 26 ровно, продают 26.10. Евро принимает 32.20, продают 32.45. И злотый, изредка, как обычно, по просьбам. Прием 7.40, продажа 7.70. Всем хорошего настроения.